Ну что, всем привет, дорогие друзья, и в этом видео у нас будет 15 новейших посылок, которые объединены одной темой, скажем так, это бытовые посылки для сада или дома, что-то в этом роде, в общем, такие какие-то домашние, бытовые, в общем, штуки интересные. В общем-то, давайте приступим, не знаю даже, с чего начать, будем как-то все это сумбурно брать, открывать и смотреть, что же там нам будет попадаться внутри. Начнем с первой посылки. В которой... Ой, в две вместе здесь даже есть. Это, по-моему, заказывал не я. Вот Анастасия, по-моему, насколько мне помнится. Эта штучка для яичка? Да, я такой не заказывал. Эта штучка для яичка. Посмотри. А, это заказывал я. Собственно, мне пришло две такие вот штучки. Это вот цедилка для яйца, как я понял, вроде, да? Это цедилка для яйца, чтобы убирать желток. Вот она вот такая вот, в принципе, небольшая. Сюда вы... разбиваете яичко, и остается желток вот здесь, а все стекает вниз. Лот номер один. Жалко, что он белый на белом фоне. Вот это уже поинтереснее по цвету. Такая ярко-оранжевая пластмассочка. Она нужна, знаете, для чего? Вы одеваете ее на большой палец, берете апельсин и начинаете вот так вот его прорезать вот этим вот треугольничком остреньким, и не нужно пачкать ногти, пальцы и так далее. Очень удобно, потом начинаете чистить, и все, можно сделать ровную спиральку. Вот, это было номер один. Просто было, знаете, две посылки в одной. Я даже так не ожидал почему-то. Так, следующее что-то у нас вот здесь вот есть такое, новенькое и интересненькое. Так, вроде бы я... Ага, это у нас все, понял. Это тоже моя посылка. Представляете, как была просто вот эта железяка набита вот этой поролонкой вообще. Здесь у нас в зиппере лежит вот такая вот, можно подумать, цепочечка, хотя это, в принципе, даже, наверное, и есть цепочечка, но назначение у нее, однако, интересное. Так, вот так она выглядит, вот здесь поближе. Все это скручивается, так, как правильно это сделать. А, в эту сторону разворачиваем. Вот это сюда подносим, вот так закручиваем. Так. Крутим, 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 крутим. Крутим, крутим, крутим. Вроде закрутилось. В общем, получается вот такое колечко, оно нужно для ключей. Это, скажем так, цепочка для ключей. На нее вы вешаете свои ключи. И вот на этой железной штуке они все будут висеть. Наверное, будет даже как-то прикольненько. Я повешу, наверное, свои все-таки ключи сюда. Вместо этих всяких колечек. Хотя колечки тоже будут. Хотя, не знаю, наверное, без колечек, наоборот. В общем, ну вы принцип поняли. Штука для ключей. Откладываем. Давайте возьмем вот эту крупненькую. Я уже ее опознал по форме. Сейчас покажу вам. Вот. Штучка тоже достаточно прикольная. Интересная. Так, достаем. Здесь у нас все внутри в разобранном пока что состоянии. Красная. Так, открываем. Здесь у нас вот такая вот милая красненькая божья коровочка. Только посмотрите на нее, какая милота. Это просто прям, я не знаю. Она крепится-то, наверное, должна... Вот под саморезы, я так понимаю, вот это вот, ну, типа, вешается, да? А, нет, нет, вру, 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 вру. Внутри, фу, как они воняют, фу, как они воняют. Это просто ужас. Фу. Офигеть. Внутри три присоски вот такие, которые вы вставляете вот сюда сзади. На присосочке, это для ванны. Это для ванны штука. На стену ее вешаете и сюда вставляете зубные щетки и прочую всякую фигню, бритвы там и так далее. В общем, штука для ванны очень миленькая, как мне кажется. В общем, вот такая. А дальше, вот я вижу, кстати, никогда в жизни мне не приходили посылки в таком пакете. Когда-нибудь приходил, смотрите, он золотой с этой стороны, серебряный. И вообще это все открывается должно... Так, тут заклеено, блин. Все это открывается, в принципе, вы поняли. Так, это как зиппер. В общем, зиппер посылочный. Ну, коль уж он мне не нужен, мы его разрежем, но это очень прикольно, никогда такого не было. Но, блин, розового цвета, блин, почему она розового цвета? Эта штука, помощник, опять, тут много всяких пластмассочек, такие вот, не лайфхаки, конечно, но не знаю даже, как это все назвать, потом посмотрим. Нифига себе, будь здорова. Какой нежданчик. Ты на розовую тебе реакция такая произошла? В общем, розовая штука,
А держалка вот сюда, хотя она какая-то маловатая, даже пальцы мне режет, она должна вам помогать нести пакеты. Хотя она оттянется под тяжестью, сюда вы можете напихать 2, 3, 4 пакета сколько угодно, насколько хватит ваших богатырских сил. Все это вот так вот берете и несете в руке, чтобы вам не резало пальцы. Возможно, даже будет достаточно удобная штука. Вот я уж не знаю, я фонд правильно выбрал сегодня или нет, как будет лучше. Не знаю, я решил сегодня на белом опять, потому что мне кажется, как-то более лучше. Вот это вообще смешная штука, она одевается, по-моему, вот на два пальца, или на палец, или на два пальца. На один палец? На указательный. Одевается на указательный палец. Кое-как с этим, блин, как рожей справился. Нет, реально, просто очень неудобно. Вы как-то надеваете вот, в общем, вот это вот блин, на палец, ставите там на фрукт, точнее, или на овощ какой-то, берете ножик и типа вот так вот держите, и вот так вот можно типа как-то нарезать. Типа помощник в нарезании, но какой-то он очень хлипкий, и не знаю, как он поможет, и вот эта вот рожа еще дурацкая. Ну, в общем, такая штука, принцип тоже, я думаю, вам понятен. Вот, поэтому не будем задерживаться на этой штуке и перейдем дальше. Следующий раздел, точнее, в следующую посылку. Так, и здесь мы находим, я заказал специально скребок. Очень полезная штука для оклейки, я не знаю, чего угодно, будь то машины тонировочной пленки или, я не знаю, просто какой-либо смоклеющейся пленки. Специальный скребок, которым разглаживать нужно будет воздух, как мне кажется, очень полезная и очень нужная штука, как для дома, так и не только. Вот, поэтому, в принципе, я ее себе и решил приобрести, друзья, и что можете сделать, собственно, и вы тоже. Вот, откладываем, берем следующую посылку, так... Ой. Что-то я уже что-то разрезал. А, фу, это была упаковка. Это была просто упаковка. Я просто маленько покоцал упаковку. Не люблю, когда китайцы запаковывают прям тык-впритык. Вот видите, вот здесь я маленько покоцал. А здесь у нас вот такая, какая, слушайте, милая штука. Прям даже с этой... Вот инструкция, в принципе. Я думаю, вы уже знаете, уже видели всякие такие штуки. Это у нас вот такая вот милая штука, которая нужна, чтобы... остатки пасты не оставались в тюбике. Сюда вы вот просовываете и ведете так, ведете до конца, чтобы ничего там не осталось. Очень милая и кавайная штука. Так, упаковочка тоже пускай здесь лежит. Давайте переходим дальше. Следующий лот наш сегодняшний. Ой, слушайте, как я взял. Это, в принципе, то же самое, только губки, думал, будут красные. Вот, я бы лучше заказал такую, но сначала губы, а потом увидел эту, или это вообще Анастасина, не знаю, короче, а, это твоя, да. Вот такие две штуки, их, возможно, три будет, нет, их будет две. А может, и три, потому что я тоже себе заказывал. Так, следующее. А, следующее, это то же самое, это потому что заказывал-то я или Настя, а вот эту штучку, которая поменьше... Или она такая же? А, она такая же. Заказывала Аня, чтобы подарить мне. И, собственно, мне и подарила, не помню, на какой праздник. Так что их теперь две. Ну, ничего страшного, я думаю, в этом нету. Далее идем. Ага, здесь я нашел тоже очень прикольную штуку. Это кольцо-открывашка. То есть вы одеваете, оно очень здоровое. Я не знаю, мне ни на какой палец. Оно просто огромное, это прям надо... палец большого мужика. Даже на мои большие пальцы большие. В общем, эта штука, открывашка, вы просто берете и открываете бутылку, будь то газировка, пиво или что-то еще, что закрыто на такие крышки. Как мне кажется, тоже, ну, не знаю, насколько полезное, но тоже, в принципе, по тематике подходит, потому что я решил сделать такое тематическое видео. Ну, вы уже поняли, я вначале вам все объяснил. И да, друзья... это теперь мой заказ, я тоже заказал, они потому что достаточно прикольные. Я заказал тоже себе такую штуку, будем выдавливать пасту с Анастасией вместе. Так, далее, у нас что-то здесь идет еще, уж не знаю, насколько интересного. Офигеть, друзья мои, я не знаю, это терка для лилипутов. Это просто терка для лилипутов. Любимый Анастасиин цвет, один из, точнее, похожий на него. Блин, она даже вроде как острая, на ней можно что-то поточить. Но я, наверное, не буду сейчас этого делать. Ой, что-то отлетает уже, что-то поточилось. В общем, это такая миниатюрненькая терка. Миниатюрная терка.
Вот и все. Даже я не знаю, что на ней тереть надо будет. Для чего она? Для чего она? Просто красивая. Просто красивая! И все. И никакой смысловой тут подоплеки нету. Так, следующее что? А вот это вот моя. Да-да-да-да, это моя штука. Как бы ее получше открыть, достать, чтобы не повредить. Как обычно, все в 30 пакетах. Но это, в принципе, неплохо. Упаковано. Китайцы молодцы. Матовая, черная. Скажем, это даже не ситечка. Это заварничек. Это такой заварничек. Вы берете стаканчик. Блин, я даже не знаю, как... Блин, стакан нет сейчас. Вот так вот кладете стакан его за край стакана. И сюда заварочка. И у вас заваривается чай в этом прикольной штучке. Видите, там есть дырочки. Выглядит все вот так вот. В принципе, и здесь вот тоже дырочки. В принципе, довольно такое милое приспособление. Пау! Ну-ка, полетит что-нибудь. Ага, полетело. Так, осталось две посылки. Большую оставим на конец тогда. Сейчас посмотрим вот на это пакетище. Хотя он не настолько большой, но... Хопа! Ага, это, насколько я помню, заказывала Настя. И это у нас внутри силиконовая формочка для яичницы. Вы это все дело вот так вот ложите на вашу сковороду, кладете. И туда выливаете яичко. Знаете, как можно сделать? Наверное, так и должно быть. Желточек вот сюда в солнышко и белое облачко. Это будет очень классно и очень мило, как мне кажется. Такое будет кушать приятненько. Можно сделать какую-то композицию. И у нас осталась последняя посылочка на сегодня. Я думаю, и так достаточно. Как мне кажется, так. Все достаточно быстро прошло. Вот, я думаю, будет дольше все это время займет. Вот такая желтая. Сколько цветных пластмассок. Слушайте, сколько пластмассы. Это резалка для банана. Такая была в Happy Meal, похожая в амнямчике. Вот, в общем, ну, понятно. Берете банан, ложите банан, чистите банан. И потом так, хопа! Все порезано. Все порезано на мелкие частички. И вы довольны и кушаете его. Я не знаю, насколько... Вообще не острое, как будет разрезать, не знаю, посмотрим. Но, в принципе, имеем то, что имеем. И, в принципе, друзья, давайте попробуем завершить это видео. Ну что, ребята, это было вот такое море пластмассы. Различный, разноцветный, красивый, интересный, полезный. Я даже не знаю, какие еще словечки подобрать. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Оно было для вас полезным. Вы что-то для себя узнали нового, интересного, что можно заказать. Такие, я уже это слово произносил, хотя оно не очень подходит, лайфхаки. Вот. Но просто такие интересности бытовые. Так что, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте мне лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые распаковки, потому что они будут обязательно. И, в принципе, на этом все. Пока, друзья, подборочка видео распаковок для вас. До свидания.